Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин теперь уже точно не станет депутатом Госдумы 8-го созыва. Сегодня Верховный суд отклонил апелляцию по иску о снятии Грудинина с выборов по спискам КПРФ. Уже в который раз его не пускают во власть. И снова в главных ролях его бывшая жена и зарубежный офшор. Павел Грудинин у нас в студии, а также моя коллега Фарида Рустамова, которая следила за судебными перипетиями сегодня. Поэтому я передам вот первый вопрос сразу Фариде, которая в курсе вот этих вот сложных перипетий с белийским офшором. Вот мы только что до эфира обсуждали, что мало кто знал, где находится Белиз. И тут благодаря Павлу Николаевичу теперь знаем. Да, действительно, Ань, сегодня вот было это решение о отклонении апелляции, которое подали Павел Николаевич и коммунисты на решение Верховного суда о том, чтобы окончательно снять Павла Грудинина с выборов, не допустить его до них. Павел Николаевич, давайте с вами вместе разберемся по порядку. Вы мне только сначала объясните, кто такой лишенец. Ну, лишенец, вы же должны знать, это же человек, это же советский термин. Неважно. Важно другое, что я себя лишенцем не чувствую. Слава богу, я живой и не поражен в правах. Ну, поражен в правах, но... Но лишенец, да, в смысле поражен в избирательных правах, да, который не может голосовать, да, теперь... и не может избираться. Нет, вот, вы не правы. Активное и пассивное избирательное право. Вот активное — это когда тебя могут избирать, а пассивное — это когда ты можешь избирать. Или нет, наоборот. Наоборот. Да, наоборот. И поэтому я не лишен права избирать. Это правда. Значит, слава богу, значит, я не до конца лишенец. А вот что касается вот фразы, что это бывшая жена, никакого отношения бывшая жена к этому не имеет, потому что она ее просто использует. Понятно, что это политическое действие, и прям сделано все так, как, скажем так, как будто кто-то писал сценарий, и Геннадий Андреевич не сказал, что это такая, скажем так, плохо... изготовлен спецоперация. Да. Он сказал, что это спецоперация, это действительно так, потому что никто, в том числе и я, до 24 августа даже не знал, что есть такой, то есть восстановлен этот офшор. До 24 июля, вы имеете в виду? До 24 июля, да. Да. Угу. Вот. Когда вас, собственно, и ЦИК исключил. Когда, да, потому что вдруг пришли документы, причем абсолютно не, скажем так, не оформленные должным образом, и которые не могли оказаться у прокуратуры в принципе, потому что Белиз на то и является офшорной зоной, там особенно документов никаких не получишь. Ну, и вдруг за два дня, значит, из той стороны мира, через 10 часовых поясов из Центральной Америки приходит документ, который на самом деле прийти не мог. А давайте по порядку. Вот можете рассказать, что это вообще за офшор? Как он появился? Когда он появился? Зачем он был нужен? Когда? В 2003 году. Появилась опасность, но после, это надо рассказывать, как это вообще все было. В 1993 году указом президента Ельцина все совхозы и колхозы должны быть реорганизованы в частные предприятия. В 2002 году был закон об обороте земельского назначения, который сделал землю товаром. Ее стало можно покупать. И после этого все пригородные совхозы без исключения стали объектами атаки рейдеров. Значит, мы тоже стали объектом атаки, но тогда было нужно какое-то количество акций увести куда-то, чтобы сложнее было до них добраться. И четыре руководителя совхоза сложили по 5% акций, и эти акции отправили вот так офшор. Он был организован тогда моим заместителем, к сожалению, сейчас его уже нет в живых. Вот. Ну и, естественно, туда попало 20% акций. А почему потом... вы бы выбрали такую экзотическую юрисдикцию, Белиз, такое далекое? Слушайте, это вообще мы даже не обсуждали. Это есть фирмы в России, которые тогда и сейчас, кстати, оказывают услуги по оформлению и, скажем так, дальнейшему ведению деятельности вот этих офшоров. И поэтому ни я, никто другой из моих сотрудников и вот последний хозяин этого офшора, председатель Совета акционеров Хмельницкий, тоже не ездили в эти, скажем так, юрисдикции никогда, потому что есть специальные агенты. Ну, то есть вы доверились каким-то юридической компании, которая вам, да, могла она все оформить? Оформила, да. Угу. И, кстати, потом она оформляла перевод от меня в апреле 2017 года к Хмельницкому. И в 2018 году она же и закрывала этот офшор. Вот. Вот вы говорите, извините, что ваша жена, она манипулируема вашими оппонентами, и каким-то образом она якобы восстановила эту компанию. Я правильно понимаю? Не она. Да? Она передала в свое время, после того, как начался бракоразводный процесс, все полномочия по ведению дел некто Полихатия Владимиру. Достаточно известная личность. Это было уже после выборов, правильно я понимаю? Да, это 18-й год. Да, это был как раз 18-й год, когда после раздела имущества
После развода она подала на раздел имущества, и мы смотрели, то есть рассматривали это дело, Никулинский суд Москвы. Но потом она была введена в заблуждение средствами массовой информации, она думала, что я миллиардер. Помните эту фразу о том, что вот миллиардер? Значит, она, да, вас назвали олигархом. Она думала 7 миллиардов. Значит, и она с этими мыслями пошла в том числе к Малахову, и там было видно, как она сидит, вся в бриллиантах, рассказывает. И ей Малахов говорит, ну теперь вы точно миллиардерша. Ну а потом выяснилось, что никаких миллиардов нет. Но главным активом директора совхоза оказались акции, 44% акций. В результате того, что потом ее вот эти вот партнеры, так называемые, а она дала доверенность Полихате с правом передоверия, а он уже нанял фирму Юст, по-моему. Хотя эта фирма Юст уже нападала на нас до этого. То есть вот эти вот юристы фирмы Юст представляли... Вот они восстановили, соответственно, эту компанию? Да, но один из них прямо в ЦИКе заявил, что это я ездил в Белиз. Ну, сейчас передам. Компания была ликвидирована. А это означает, что у компании ничего уже не было. Она абсолютно пустая, потому что ликвидированная компания не может... То есть они восстановили юрлицо, да? Вообще ее нет уже. Причем ликвидировал ее собственник Хмельницкий. И это тоже в материалах дела. Это ваш поверенный, он председатель... Он председатель совета, да, да. И он после того, как ликвидировал эту компанию, перевел на себя 20% акций, но удивительный суд Видного, некто судья Смирнов, несмотря на то, что в документах дела лежало, что компания уже передана была Хмельницкому в 2017 году, до развода, и закрыта в 2018 году, все равно принял решение, что нужно разделить несуществующую компанию. Ликвидировать. И сейчас, я правильно понимаю, что вот в документах, которые представила Генпрокуратура в ЦИК, которые, соответственно, ЦИК до этого запросил в рамках проверки, есть у вас доля в этой иностранной компании или нет, ЦИК, Генпрокуратура ссылается на решение Видновского вот этого суда, который поделил несуществующую компанию, и Верховного суда Белиза. Нет, вот именно в том проблема, что Генпрокуратура ни на что не ссылается. Если смотреть хронологию событий, то получается так. 14 июля появляется заявление бывшей супруги о том, что вот у Грудинина есть какая-то... Это, кстати, интересный факт. Вот это подождите. И к этому заявлению не приложен ни один документ. Да, это просто 15 июля этот документ уходит почему-то в прокуратуру, хотя на самом деле налоговая инспекция уже подтвердила, что у меня никаких офшоров, ничего нет. 15 июля она попадает в Генеральную прокуратуру, и за два рабочих дня, потому что суббота, воскресенье попадает, 21 числа Генпрокуратура пишет обратно в ЦИК, что действительно, по информации какой-то компании Prudential, они, мы ничего не знаем, по одной простой причине, они не были реестродержателями этого офшора, там совершенно другая компания. Значит, вдруг появляется документ, что да, действительно, Грудинин является. И к нему приложены 5 ксерокопий, без печати, без подписей. И главное, никто не может показать оригиналы этих документов. Они не апостилированы, то есть эти документы не могли прийти, ну, при всем, то есть это даже предположить невозможно. Ну да, это удивительная скорость офшорная такая. Компания, офшоры не предоставляют такой информации, тем более у нас нет договора с Белизом такого типа. Значит, и поэтому можно годами ждать информации от Европы, а от офшора вообще не дождаться этого. Но почему-то у Генпрокуратуры каким-то чудесным образом появляются документы, тем более, что они знать не могли, кто является реестродержателем, потому что там штук 100 этих реестродержателей в Белизе. Надо точно знать, кому направить запрос. Поэтому запрос не был отправлен. Мало того, судья первой инстанции, Верховный судья, удовлетворяет наше ходатайство о том, что покажите первоисточники. Оригинал, да, оригинал, который вы просите? Угу. А потом, несмотря на то, что во втором заседании оригиналы не представлены, забывает об этом. Значит, оригиналы вы так и не увидели? Никто. Их никто, судя по всему, вообще никогда не увидит. По одной простой причине, потому что если бы они были оригиналы, их бы просто предъявили. Но тогда нужно предъявить еще оригиналы запросов из Генпрокуратуры. И, соответственно, приложить ответ. То есть это то, чего как раз вы требовали. Вы требовали доказать, вы требовали от Генпрокуратуры и ЦИКа доказать, что они реально сами инициировали эту проверку, сами запрашивали эту информацию, они просто внезапно нашли, как-то обрели вот этот документ. Хорошо, а ваша версия, кто на самом деле запрашивал, кто инициировал и в чьих интересах происходит вообще все это судебное разбирательство? Я могу только предполагать. Но судя по тому, что происходило, поскольку это офшор уже пустышка, его не было, он был ликвидирован, то на основании, скажем так, необходимости политического давления на КПРФ и на меня, группа вот этих вот юристов,
А один из них прям так и заявил на заседании ЦИК, что я ездил в офшорную юрисдикцию, значит... Наврал. Нет, он не наврал, он действительно, скорее всего, ездил. Нет, я не ездил. Он ездил, да? Он ездил. Слушайте, я даже не знаю, где этот Тбилиси. Значит, он съездил туда и каким-то образом, пока не понимаю каким, потому что решение суда мы не видим. Мы видим только постановляющую часть, где написано, что добровольно ликвидированный офшор, значит, а там прямо написано добровольно ликвидированный, значит, все-таки тот, кто его ликвидировал, то собственник Хмельницкий, оформил все документы. Восстановлено название. Не сам офшор, а название офшора восстановлено. Но для того, чтобы восстановить офшор, нужно еще привезти 50 тысяч долларов туда и вложить. Ну, потому что это же не просто это... А так вот пустышка какая-то. Получив какой-то документ, причем он без подписи, без печати, и мы не можем понять, откуда он взялся, по одной простой причине. Если бы реестр был написан правильно, то там бы обязательно был последний собственник, который ликвидировал, Хмельницкий. Но в законодательстве Белиза нет понятия восстановить добровольно ликвидированный офшор. Его просто не существует. Поэтому ни одного заверенного документа, в том числе из Белийского суда, нет. Есть только какие-то копии. И на основании этих копий можно любого вообще снять. Так кто же заинтересованная сторона? Вот то, что это какая-то странная, нелогичная схема, и, по идее, таких выводов суд не должен был бы сделать, да? Это мы уже понимаем. Но в чьих интересах действуют и вот эти юристы, и ваша жена с известным девелопером Полихатой, собственно, и суд? Кто стоит за всем этим? Рейдеры, прежде всего. Те люди, которые на протяжении 3 лет захватывают предприятия. Причем они это делать начали еще вот в момент выборов. Именно вот эти юристы, о которых я вам говорю, которые в том числе ездили в офшор, они сначала представляли интересы клеветников, которые рассказывают про мои миллиарды, потом представляли интересы так называемых мелких акционеров, они же представляли интересы пайщиков, которых у нас никогда не было, и в результате их деятельности были арестованы все земли совхоза. Нам не дают уже 3 года проводить общие собрания акционеров. И тут у них вот сложилось такое счастливое событие, когда к ним обратилась, судя по всему, моя бывшая жена, которая хотела как можно больше получить. Ну, так вот. Значит, и они перетащили из Никулинского суда Москвы в Видновский городской суд, потому что там это же просто исполнители. Все эти юристы — это исполнители. Заказчики — это Единая Россия, лидер Единой России. Вот. То есть получается, вот мы подошли к самому важному моменту. То есть... Рейдеры в данной ситуации действуют уже не в интересах гипотетически вашей жены или собственных интересах, а сейчас они действуют в интересах Единой России. Помните? Потому что сейчас они вас лишают права... Подождите. Давайте. Слушайте, еще раз. Это не ругательное слово. Меня тут обзывали олигархом. Оказывается, ничего что там страшного нет. Это наша личная... Миллиардером обзывали. Да. Рейдером не будем называть. Не, хорошо, просто давай. Конечный интересант в этой истории. Сейчас же вас лишают не только собственности или усложняют вашу структуру собственности, а вас сейчас лишают права быть избранным. Да? Вы не можете уже баллотироваться в Государственную Думу на этом этапе. Но здесь уже речь не о собственности, здесь уже речь о вашем политическом статусе. Здесь кто заинтересован? Единая Россия? Этот ответ на этот вопрос есть в заявлении моей супруги, бывшей, которую, я уверен, писали вот эти вот, скажем, юристы. Вы невысокого мнения, да, своей бывшей супруге? Не верите, нет, что заявление могла написать? Секунду. Там было написано, что в результате выборов, ну, она так написала, и я уж не знаю, кто ей подсказывал, будут усложнены, как это, имущественные споры, я смогу влиять на решения судов, хотя суды все уже прошли, у нас нет никаких судебных, скажем, друг другу претензий. Вот. Но, еще раз, вы поймите, мне сложно что-то говорить, я с этой милой женщиной 12 лет не виделся. Вот. А вы знаете, где она, что она? Да, прекрасно знаю. Где? Мы же живем на одной территории. Она в России находится? Нет, сейчас она в Петербурге, но в России, но до этого была в Турции. Значит, до этого... Но она в курсе, что вот ее имя используется каждый раз для того, чтобы отсечь вас от выбора? А как же, конечно. Но нет, она не может не знать этих вещей, потому что, еще раз, вы даете доверенность юристу, несмотря на это, вы контролируете все процессы. Вот. А я точно что знаю, же было написано в заявлении вашей супруги, вследствие которого вам не дают... О том, что... Если я стану депутатом Государственной Думы, то это усложнит
ну, скажем так, я, у меня появится возможность оспаривать решение судов. И там, в общем, это надо там было написано, что, насколько я помню, там было такое эмоциональное обращение к Элле Памфиловой. Кстати, тут любопытные факты, которые мне не сказала. Это обращение, это письмо, оно было даже опубликовано, кстати. Оно появилось 13 июля. Это последний день, это ровно та дата, когда заканчивается срок предоставления документов кандидатами, которые хотят избраться в Госдуму, о том, что они не владеют иностранными финансовыми инструментами. Такое вот совпадение. Хотя не знаю, совпадение. Слушайте, это же не принципиально. А там было написано, что Павел Николаевич, если он станет депутатом Госдумы, он обретет власть, у него будет мандат на то, чтобы как-то угрожать ей, мешать ей жить, отнять у нее какую-то собственность, квартиры и так далее. То есть это прямо... Хорошо, она расценила как прямую угрозу своей безопасности. Супруги, ясно, супруга претендует на вашу какую-то мифическую собственность, предположим. Сейчас, она уже ни на что не претендует. У нее все уже есть. А кто, вы считаете, водит ее рукой сейчас тогда? Абсолютно убежден в том, что это люди, которые хотят захватить предприятие. То есть схема... Но это даже не требуется... А скажите, а когда вы Балатирова собирались стать кандидатом в президенты, тогда тоже супруга вам не дала стать кандидатом? Нет, тогда кто это был? Подождите. Я был кандидатом в президенты, мне никто не мешал. Но это я стал кандидатом в президенты. И в тот момент Элла Памфилова... выступая в своем ЦИКе, говорил о том, что у него нет никаких счетов за границей и никаких офшоров, естественно, нет. И поэтому действительно правда. Потому что у нас все документы, что еще 5 апреля 2017 года этот офшор перешел к Мининскому. Поэтому никаких сомнений в том, что у меня ничего не было, ни у кого не было. Просто со стороны есть ощущение, что кто-то препятствует вашей политической деятельности. Как я понимаю, что Павел Николаевич объясняет, что схема так, если я правильно схема понимаю, схема экономическая, а не политическая. Есть администрация президента, помните, в фильме, есть Полихата и жена. Фарида, помните фильм «Москва слезам»? Нет, «Место встречи изменить нельзя». Там говорили, там у него любовь с интересом. Вот у них не любовь с политическим интересом. Угу. Потому что одно – это захват предприятия, и они очень много уже сил положили на это. Я вам говорил, какое количество... Только вот за последнюю неделю еще 8 судебных исков вот эта фирма «Рота Агро», которая контролируется депутатом Государственной Думы Саблиным, ну, его семьей, и вот этими юристами Полихата, было подано дополнительно еще 8 исков. А так у нас уже больше 1000 судебных заседаний, уже исков перевалило за 100 штук. Вот. И все это выкладывается в одну систему, рейдерской атаки. Но понятно, что если... Я бы стал депутатом Государственной Думы, а если бы меня зарегистрировали, то ясно, что я в списке третий, то у них задача усложнилась. И поэтому они подготовили, это совершенно точно, Геннадий Владимирович абсолютно прав, это была спецоперация, они ничего никому не говоря, не уведомляя никого, ни Хмельницкого, ни меня, ни совхоз, взяли, заехали туда, каким-то образом, непонятным пока, получили либо решение суда, либо его... фальсифицировали и в последний момент предъявили его. Причем это в этой спецоперации участвуют и госорганы. Это все. Госорганы администрации президента. Я не могу об сказать. Об этом же открыто говорил Геннадий Андреевич. Скажите еще раз. Я знаю точно, что генпрокуратура не могла получить эти документы в такой короткий срок. Ниоткуда, то есть вот из Белиза официально. Я точно знаю, что суд... мог воспользоваться 59-й статьей Кодекса административного судопроизводства и сказать, а откуда у вас эти документы? И если документы получены незаконным путем, просто не принимать во внимание эти доказательства. ЦИК мог совершенно спокойно поверить налоговой инспекции. Они же получили 22 числа документы из налоговой инспекции, что у меня нет никаких иностранных вещей. Причем, кстати, вот очень интересно, ЦИК в первом своем отзыве на нашу жалобу написал, что компания не была ликвидирована, а была приостановлена деятельность. А потом, когда уже потом им донесли решение Белийского суда, где было написано «добровольно ликвидировано», от этих, скажем так, своих мыслей они отказались. И они все время манипулируют, но главное, не показывают ни одного документа, который мог бы пролить свет на это. Ну, Павел Николаевич, ну скажите, пожалуйста, вот есть такое представление, что если правильно согласовать кандидатуры, особенно из вот первой тройки, с нужными людьми в администрации президента или в Кремле, то они будут как-то содействовать тому, что вы были зарегистрированы хотя бы. Не знаю, как выбраны. Зарегистрированы. Можно ли сказать, что, может быть, неправильно были построены дипломатические отношения с какими-то кураторами кремлевскими, людьми, которые должны быть в курсе того, что вот как происходит
избирательная кампания, что, может быть, мало усилий было проделано Геннадием Андреевичем для того, чтобы вы были зарегистрированы. Но это же... Слушайте, вы исходите из того, что все кандидаты, которые станут депутатами, должны быть каким-то образом согласованы. Да. Я правильно понял ваш мысль? Но это не мы исходим. Подождите, подождите секунду. Вы все время... Я напарываюсь на это вот последние три года. Значит, а вот скажите, вы же видели всю эту президентскую кампанию? И в начале президентской кампании многие журналисты, в том числе и на вашем канале, говорили, что я согласованный кандидат, удобный Кремлю. А скажите, вот согласованный... Мы так уже не думаем. Так, спасибо. Думаем, что вы уже неудобный. Спасибо. Подождите. Спасибо. То есть вы можете изменить свое мнение. И тут то же самое, судя по всему... Слухи о том, что проходили какие-то согласования, сильно преувеличены. Вот. Я не знаю, как проходит вот эта внутренняя кухня подготовки списков и всего остального. Я точно знаю, что Геннадий Андреевич пригласил меня и сказал, слушай, ты с нами на выборы пойдешь? Я говорю, да. Я говорю, а какой номер в списке? Он говорит, а тебе какая разница? Хоть по алфавиту. Почему? Потому что мы все единая команда. Что первый, что пятнадцатый. И я сам... Но тогда он не идет первым. Подождите, я говорю о другом. Видите, как вы хорошо знаете алфавит. Я о другом сейчас. О том, что это принимает президиум ЦК, значит, на своем, ну, пленуме. И, значит, это обсуждалось. Я сидел на... Вот я честно могу вам сказать, что я сидел в президиуме, когда проходил съезд, и я не знал о том, каким я буду в списке. И я с удивлением обнаружил, что я третий. Может быть, кто-то тоже из тех, которые принимают решение, пускать или не пускать, тоже был в шоке от этого решения. Может быть, вот так получилось. Хорошо. А вот, Павел Николаевич, тогда ответьте на вопрос. Все три года с тех пор, как, собственно, были выборы президента, на которых вы таки были зарегистрированы, были кандидатом, заняли второе место, вас и ваш бизнес кошмарили. А зачем вы вообще пошли сейчас в Госдуму? Зачем вы согласились на это предложение Геннадия Андреевича? То есть, если вас начинают как-то щипать или бить, вы должны что-то измениться в своей жизни, спрятаться куда-нибудь. Ну, слушайте, если ты не идешь в политика придет к тебе. Она уже ко мне пришла. Но я же один из большой команды, да? Вы хотите, чтобы я испугался и вообще спрятался куда-то? Вот в чем смысл вашего вопроса? Значит, я не чувствую себя... Интересна ваша мотивация. Я считаю, что мы все абсолютно правы. И у нас есть программа, которую мы должны... А те, которые вот кошмарят бизнес, наезжают, они не правы. Это нечестные люди. Мы же ничего плохого не предлагаем. Мы предлагаем просто прийти на выборы и как это, сравнить две программы. Вот наша программа социалистическая и, ну, ее нельзя назвать капиталистической, это капиталистическая программа правящего класса. Ну, вот теперь, теперь вы не пойдете в политику, но вас уже... Слушайте, а куда я денусь-то? Ну, вы поймите, что если вы не идете в политику, то политика придет к вам. Вы думаете, вы дома отсидитесь? Вот вы сейчас выступаете, ну, кому-то не понравитесь, вам подкинут наркотики. Или вот, например, Бондаренко выступает, и раз ему начинают шить этот, как называется, экстремизм. А мне подкинули офшор. Ну, еще не самое плохое, могли же и посадить. И, кстати, тут многие говорят, что парень, этим все не кончится. Причем постоянно вот эти разговоры о том, что, слушай, ты что-то много говоришь. А что я плохого сказал? Я сказал, что давайте... Сделаем пенсии достойными наших стариков. Давайте сделаем так, что налоги начнут платить богатые, а бедные вообще перестанут их платить. Ничего плохого в программе, которую предлагает КПРФ и я, нету. Но в чем такая реакция? Если они правы, то чего они боятся выборов? Чего они боятся меня? Это очень хорошая точка. Если они правы, то почему они боятся? Это был Павел Николаевич Грудинин, директор совхоза имени Ленина, который... все равно не отчаивается и говорит о том, что политику не бросает.